Сейчас мы вам продемонстрируем начальный курс дрессировки, то есть это работа собаки на поводке. Порода московская сторожевая, возраст 7 месяцев, кличка Бусинка. На первом этапе заведите такой подсумочек, туда наложите лакомство, и все команды подкрепляем лакомством. Лакомство служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. Лакомство может служить сухой корм премиум класса, колбаска, сырок, то есть на что уже ваша собачка будет вестись. На первом этапе команду ко мне отрабатывают в уединенных местах без посторонних раздражителей. Это сложная индивидуальная команда. И обязательно подкрепляем лакомством на первом этапе. Хорошо, место. Гуляй. По команде гуляй, собака должна гулять. Ко мне. По команде ко мне собака должна подбежать и сесть напротив вас. Хорошо, ко мне. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. На первом этапе отработайте команду рядом. Команда рядом дисциплинирует собаку. По команде рядом собака должна находиться с левой стороны. При остановке сесть с левой стороны. Команда рядом подается при начале движения, поворотах, остановках, разворотах подается команда рядом. То есть недельку-две поводите собачку на поводочке и отработайте команду рядом. Затем остальные команды будете подключать по этапу. Команда рядом дисциплинирует собаку. Хорошо, рядом. 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 Хорошо. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Сидеть. По команде сидеть собака должна сидеть. Выдержку со временем будем увеличивать. Сегодня мы будем усложнять наше упражнение для собачки. Делать круговой обход. Делаем круговой обход вокруг собачки. Сидеть. Подходим и хвалим собаку. Хорошо сидеть. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Рядом. Рядом, Буся. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. Лежать. Хорошо лежать. По команде лежать собака должна лежать. Выдержку также со временем будем увеличивать. Занятия нужно проводить не реже 2 раз в неделю в утренние часы до кормления. Желательно на первом этапе в уединенных местах без посторонних раздражителей. Усложняем упражнения для собачки. Делаем круговой обход. Лежать. Подходим и хвалим собаку. Хорошо лежать. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Место. Команду «место» мы фиксируем на поводочке. Чем отличается команда «место» от «сидеть», «лежать» или «стоять»? Более длительный интервал по выдержке, и собака может принять любое положение, сидя, лежа, стоя, но не отходить от поводочка. Собачка может сесть, лечь, встать, но не отходить от поводочка. Усложняем упражнение для собачки. «Место». Делаем круговой обход. «Место». «Место». Подходим и хвалим собаку. Хорошо, место. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо. Рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. После того, как провели занятия, собаке нужно дать разгрузку. Для собаки самая любимая команда – команда гуляй. В это время можно будет поиграться с ней, заодно подготовиться к отработке команды. Хорошо. Гуляй. По команде гулять собака должна гулять. Это для собаки психологическая разгрузка. Ко мне. По команде ко мне собака должна подбежать и сесть напротив вас. Хорошо, ко мне. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо. Рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Место.
Это мы вам продемонстрировали начальный курс дрессировки. То есть это работа собаки на поводке. Порода московская сторожевая, возраст 7 месяцев. Кличка Бусинка. Свою работу окончила. Молодец, девочка.